Мама приходит, говорит, если мне дружил, дурак. Что такое дурак? Никто не знает, но он дурак, да? Значит, дурак у меня, как роль этого человека, формируется на основании того, что мама сказала. И все люди, которые поворачивают так голову или ходят вот так, или говорят со мной таким тоном, они все будут дураки. Значит, я буду им выставлять свою несоответствующую роль, а будет выходить моя мама. Я всегда буду проигрывать. Значит, количество инцидентов, что мама сказала, что он дурак, будет расти по жизни, потому что я не меняю, я не разбираю, что происходит. Работает одна роль. Спускаемся сюда, чтобы было понимание. Есть ядро, я вам показала. Да? Это то, что есть у каждого. Ядро, как система, распаковывается на три вещи. Мужчина-женщина, гендер, по определению. Опять две половины. Бандит тот, который будет саботажником, он не может сказать, он может сделать это просто и достойно для него, и это нормально. И интриган, который здесь не знает, как поступить, потому что мама говорит, девочки так не поступают. Значит, я не девочка, я кто? Саботажем я заниматься не буду, ядро не соответствует. Значит, я что буду делать? Как-то выживать, приспосабливаться, обманывать и придуряться.